Мы находимся в центре города, тут всякие кафешки, площади. И вот отель Cuatro Palmas, 4 пальмы. Пойдемте внутрь. Такой длинный трехэтажный отель. Ресепшн, зона ожидания, выше бар, прямо магазинчики. Пойдемте мимо бара. Сразу же никуда не надо идти, попадаем к бассейну. Тут такой мостик, под которым есть замечательная тень, волейбольная сетка. Ну вот, вот он отель, 3 этажа. Где-то еще меньше. Потом проходим через такую тоже достаточно уютную и по-умному размещенную зону отдыха. Тут вот бильярд, столы. Очевидно, здесь анимация. И, естественно, море. Тоже волейбол, яхты, катамараны и шикарный вид. Вид с моря на отель, а вон наша группа. Пока всем рассказывают про номера, я бегаю по территории и пытаюсь снять для вас хотя бы чуточку этой атмосферы, чтобы вы понимали, что и как здесь на самом деле. Мы прошли немного вбок, вдоль моря, и нашли здесь ресторанчик вот такой, прямо возле моря. Замечательно. Естественно, это все бесплатно, все включено. Можно сидеть на лавочках в тени деревьев, а можно кататься на качельках в тени здания. Благо этих качелей-беседок здесь предостаточно. И вот такая небольшая внутренняя территория.